Монета 2 рубля 2016 года. Российская Федерация. Московский монетный двор. На реверсе монеты прописан ее номинал. Крупная цифра 2, чуть смещенная влево от центра. Под ней одной горизонтальной строкой обозначено название денежной единицы. Надпись «Рубля». Слева внизу и справа растительный орнамент. По окружности виден четко выраженный кант. На аверсе, развернутом к реверсу на 0 градусов, то есть соотношение сторон медальное, в центре поля монеты отчеканен герб Российской Федерации, утвержденный 30 ноября 1993 года. Под большой имперской короной двуглавый орел, коронованный двумя императорскими коронами. Все три короны соединены лентой ордена святого апостола Андрея Первозванного. И в царской геральдике символизировали три покоренных царства – Казанское, Астраханское и Сибирское, а также данное Богом единство царственного священства в лице народа, власти и религии. На груди орла московский герб, щит с изображением святого Георгия Победоносца, верхом на коне, копьем поражающего змеевидного дракона с крыльями. В правой лапе орла скипетр, в левой держава, символы государственной власти. Под геральдической левой лапой орла, то есть правой со стороны наблюдателя, отчеканены стилизованные буквы ММД, знак московского монетного двора. Ниже одной горизонтальной строкой обозначено название эмитента, надпись «Банк России». Под ней указан год чеканки монеты, дата 2016. В верхней части поля монеты выпуклыми буквами надпись «Российская Федерация». Слева и справа по два сдвоенных ромба. По окружности виден четко выраженный кант. Вурт монеты прерывисто-рубчатый, 84 рифления, разделенные на 12 равных участков, чередующихся с 12 гладкими участками. Монета отчеканена из стали с никелевым гальванопокрытием, магнитными свойствами обладает, то есть липнет к магниту. Вес монеты 5 грамм. Диаметр 23 мм, толщина 1,8 мм. Чеканили монету на московском монетном дворе. Тираж неизвестен. Средняя цена соответствует номиналу. 2 рубля. Может стоить 3 рубля, если состояние отличное. Монета имеет разновидность. Различается разновидность знаком монетного двора. Вот если под лапой орла чеканены не буквы ММД, а буквы СПМД, таких монет было отчеканено совсем немного, и стоят они до 300 тысяч рублей. Качество чеканки монет 2 рубля 2016 года невысоко, поэтому не является большой редкостью экземпляры с выкусами, а также с расколами и засорами штемпеля. Стоимость таких монетных браков в пределах 100-200 рублей. Более высоко ценятся монеты, отчеканенные на нешаблонные заготовки. Вот такой двухрублевый знак, вес которого на 0,6 грамма больше стандарта, был продан за 1700 рублей. А вот такой денежный знак был отчеканен штемпелем от десяток. Лицевая сторона. Штемпель всего на 1 мм меньше. Различить можно по увеличенному расстоянию от канта до надписи на аверсе. Такие перепутки стоят больше 10 тысяч рублей.